хлопці, мене звуть Івана Хлопчова, і я вам живу сестри і здоров'я. Я люблю вас на весь день, я вас цілую. Так. Я добра дівчинка і красива, але я дуже люблю і год. Ну, я больше всех люблю маму и подавляю ее, и бабушку. А какие у тебя волосы? Как у Лапунтика. А глаза? Как у Ариэль. Как у Ариэль? Какого цвета? Голубые. А что ты любишь больше всего делать? Играть в пластилин. Пластилин? А куда ты ходишь каждый день? В сад. А о чем ты мечтаешь? Чтобы вот папа был принцем и спас от окона деда. Вам желаю счастья и здоровья. Я люблю вас на весь день. Я вас целую. На декада 2-3. Привет, меня зовут Майя. Мне 7 лет. Летом мне будет уже Киря. Лето мне уже будет 8 лет. Киря! Привет, меня зовут Майя. Я очень люблю... Мне 7 лет. Я очень люблю лепить, рисовать. У меня есть братик, но пока он еще не разговаривает. Так что он не сможет поздравить бабушку. Я хожу на танцы и очень хорошо танцую. Еще я очень хорошо... Бываю быть скульптором или художником. Иногда я люблю читать книги, а иногда летом с мамой мы учимся на велосипеде кататься. Еще я хочу поздравить бабушку с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, чтобы ты была всегда очень веселой и счастливой. Чтобы у тебя был самый лучший в мире магазин, самый лучший товар. Здравствуйте, меня зовут Влад, мне 8 лет. Я закончил 3-ю четверть 2-го класса. Наша семья небольшая, мама, папа, моя сестра. На самом деле, у нас в доме 20. Ну, у нас 20. В доме 20, да. У нас в доме 20. Как трех медведей. Я забыл сказать, что у меня дома живут 16 рыб. Я люблю одеваться в повседневную жизнь. Одежда. Я очень люблю кроссовки. Но в школе их разрешают одевать только во время физкультуры. Я очень спокойный и добрый мальчик. Все говорят, что... У меня очень хорошее чувство юмора. Мне нравится заниматься спортом. Бегать, прыгать. Я 2 года занимаюсь кикбоксингом. Я очень люблю играть в спортивные и в компьютерные игры. Иногда мы с папой в выходных мы вместе играем. А чего ты ждешь? Я очень жду лета. Когда оно наступит, начнутся большие каникулы. И тогда я смогу выходить к друзьям. И наслаждаться летом. Наслаждаться жизнью. Я хочу поздравить бабушку Наташу. С днем рождения, бабушка. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты и много очень сильного здоровья и улыбки. Вам желаю счастья и здоровья. Я люблю вас на весь день. Я вас целую, но я когда 2-3. Такого.
С днем рождения!